Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам представлю второй абонемент нашего предстоящего концертного сезона. Это абонемент, который называется «5 романтических признаний». И в этом абонементе будет музыка разных народов. Конечно, России, Франции, Италии и Испании. Россия представлена в двух концертах. Это произведение Рахманинова в первом концерте абонемента и завершает абонемент Петр Ильич Чайковский. Самыми любимыми, самыми знаменитыми произведения этих наших великих композиторов, я думаю, мы доставим вам наслаждение. Ну и Франция, где будет Равель, Дебюсси, Равель, Болеро, и Италия, где у нас участвует в этом абонементе Фабио Мастранджело, мой коллега, такой русский итальянец, можно сказать. И Испания, где мой также коллега Георгий Клементьев представит вам гитарную музыку с оркестром симфоническим. Ну и завершается абонемент Петром Чайковским, его знаменитым концертом для скрипки с оркестром, который будет исполнять Никита Борисоглебский, один из выдающихся скрипачей современности. И также оркестр исполнит 4-ю симфонию Чайковского. Легендарное произведение, уникальное по своей гениальности. Мы вас ждем, дорогие друзья.